Биск, не смей, что ты делаешь? Не знаю, как ты, а я просто схожу с ума. А ты сейчас? Что, это сочинение, что ли? Ну, какое сочинение? Это письмо. О, братцы, Ковалкина получила любовное письмо. Утром проснешься, хочется петь, орать на весь дом. Теперь, когда я почувствовал, что значит любить... Кто украл у меня письмо? Дай сейчас же сюда. Ксюша, так это ты любимая. Дай сюда. Ну, тогда другое дело, тут и я не прав. Дай письмо. А скажи, от кого? Не твое дело. Скажи, от кого тогда отдам. Скажи, от кого тогда отдам. Распишись. А почему по-разному начислили? Я говорю, почему по-разному начислили? Спросил бригадира. Он калькулировал. Да? Так. Сейчас я с ним потолкую. Понятно. Слушай, Мати, у тебя сколько классов образования, а? 7. А что? А где так здорово научился мускульную силу калькулировать, а? А эти деньги, да? Да. А зарплату всегда так выписывают, что ни черта не поймешь. Да? А зато вот премиальные, да. Каждому поровну. По десятке на нос. Держи. О, тебе. Держи. Порядок. То-то же. А за что же нас премировали? За энтузиазм. И по этому поводу вся бригада в полном составе отправляется играть на тотализаторы. Новичкам везет, это закон. Нет, я не пойду. Хватит с меня этих родимых пятен капитализма. Правильно, мальчик. Физический труд облагораживает человека. Ну и тихо. Excuse me, please. Do you speak English? Parlez-vous français? Sprechen Sie Deutsch? Ja. Ich spreche Deutsch. Но шлейхт. У меня тройка была по-немецкому. О, значит, вы наша. Наша. Очень приятно. Вы откуда приехали? Я из радиозаводка. Это есть такой город. По-видимому, это одна из самых юных делегаток Конгресса. Эту девушку прислали на Конгресс женщины города Радиозаводска. Нет, ну, я сама вот. Эту девушку мы только что видели с космонавтом Валентиной Терешковой. Мы просим вас ответить на вопросы нашей анкеты. Скажите, какова, по-вашему, роль женщины в современном мире? Я не знаю. По-видимому, женщины быстрее могут достигнуть взаимопонимания. Ну, конечно. Нам легче понять друг друга. У нас все-таки дети. У вас дети? Ну, у нас большинство. И вообще, женщины никогда не хотят войны. Капиталисты в основном кто? Мужчины. Вы согласны со мной? Ну, конечно. Ой, простите меня. Мы встретимся в зале после перерыва. Все говорят, любовь это яд. Любовь это яд, любовь это яд. Но сердцу любить нельзя запретить, нельзя запретить, нельзя запретить. Но я осталась жива. У меня будет ребенок. Я научу его ненавидеть и мстить. Меня застукали. Я погиб, ко мне приходил следователь. Тебя посадят, а ты не воруй. Семен Васильевич, вы же у меня в доме. Твой дом тюрьма. Папа, твои казарменные шутки сегодня неуместны. Инка, что делать? Что делать, Инка, что делать? Сухари сушить. Когда ты его остановил на Арбате,
Он мне сразу же казался подозрительным. Начинается. Да. Молодой человек, у нас ведь никаких ценностей, ни денег, ничего нет. Единственная моя ценность – это билет денежно-вещевой лотереи. На него пал выигрыш, надувная лодка. Возьмите себе. Нас вы уже надули, можете надувать нашу лодку. Зачем мне вас надувать-то? Зачем мне ваш билет? Я вам говорил, что когда мы выехали с Карнаухова, так, на окружную, с окружной повернули налево, там кирпич. Потом на Зюзина, на Пеструшкова кирпич. От Пеструшкова на Сосенке я проехал, там кирпич, там регулировщик стоял. Прямо на кирпич выехал, слушайте, он меня задержал. Кирпич, кирпич. Из ваших кирпичей уже можно построить дачу. Других стройматериалов вы никаких там не видали. На золотом крыльце сидели царь-царевич, король-королевич, сапожник-портной. Как я сюда попал? Товарищ боцман, а вы мне снитесь? Мы идем из Мельбурна в Владивосток. Это Желтое море. Да-да, это Желтое море. Почему я сухой? А он мокрый. Что со мной происходит? Это сон. Кот. Он остался там. Мой кот. Вира, Вира. Кот. Кот остался там. Он же погибнет. Не погибнет. Мы спасли вас 2 года назад, я помню. А вот я люблю песню про зайцев. Про кого? Про зайцев. Сеня, про зайцев это не актуально. Остров невезения. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. А это наша земля. Круглая. А я всю жизнь в Москве. Больше вообще ничего не видела. Подснежники действительно растут под снегом. Феликс, к тебе пришли. Что это за хамство такое? Откуда это у тебя? Пришел к нему человек, он держит его на лестнице. Здорово. Здравствуйте. Ну что ты стоишь-то? Заходи. А я не к вам. Как хочешь. Что ты? Я к вам. Вот в том-то и дело. Феликс! Пойди сюда. Что ты хочешь? Иди сюда. Ну что? Посмотри на себя. Это ты. Бабуль, я работаю. Ты мне мешаешь думать. Он думает. Они все теперь думают. А когда нужно что-то сделать, так их нет. Сколько вам лет? 25. 25 лет, а они все еще в коротеньких штанишках ходят. Вот так всю жизнь проходите. Сегодня станет ясно, я счастлив или нет. Звони, ты мне сказала, и я дам тебе ответ. И вот я на скамейке сижу, судьбу кляня. Нужны мне 2 копейки, обычных 2 копейки, но нет их у меня.
Все-таки счастливый я человек. Другие мужья спешат на балы, в рестораны, к любовницам, наконец. А я всегда спешу только домой. А где украл Христа? А, подарок этого идиота Деникиным. Слушай, ужасные вещи ты писал про меня, Перцель. Просто ужасные. Ну, неужели я этого заслуживаю? Поставим точку над «и». Я вас ненавижу. О, это чувство взаимно. Смотри, 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 смотри. Открыл. Милостивый государь, мои люди сказали, что они видели вас в цирке. Как будто вы там демонстрировали фантастическую меткость в костюме Вильгельма Теля. Он. Коля, ну-ка развяжи его. Если вы этими 7 пулями разобьете головы 7 торпсихорам, я оставлю вас в списках живущих на этом свете и даже отпущу вас на все 4 стороны. Я в женщин не стреляю. Вы образованный человек. Уничтожать произведение искусства, по-моему, это варварство. Вы ошибаетесь, милостивый государь. Николай Сергеевич, познакомьтесь, пожалуйста. Юрий Евгеньевич Проскудин. Введите, пожалуйста, в курс дела. В какой курс? А он сам все объяснит. Что это у вас с рукой? Ерунда. Бандитская пуля. Рад с вами познакомиться. Вот, прислали на ваше место. Так сказать, смена поколений. Какие вы все старички. Неугомонные. Цезарь, что вы здесь делаете? Я подслушивал. Вам нравится моя откровенность? А я вам нравлюсь? Не отвечайте. Если вы скажете «да», он вас возненавидит. Скажете «нет», он будет вас презирать. О! Юлия, Юлия, злая Юлия. Разрешите представиться. Цезарь Борджа, журналист. Вы обо мне слышали? Нет. Еще услышите. Это тот человек, с которым я вас перепутала. Как я могла ошибиться? Он хочет нравиться всем на свете, и он раб моды. Когда в моде был загар, он загорел как негр. Потом загар вдруг вышел из моды, и тогда он решился на операцию. Кожу из-под трусов, это было единственное белое место на его теле. Врачи пересадили ему на лицо. Я надеюсь, операция вам не повредит. Ну что вы, нет, он стал еще бесстыднее. И теперь пощечина называет просто шлепок. Юлия, Юлия, почему же вы дружите с этим человеком? Я? Да я пишу о ней рецензии. Очень неблагодарная работа. Выругаешь человека, а он недоволен. Жаль, что вы уезжаете. Мне вас будет не хватать. У нас в Италии есть поговорка: кто нашел друга, тот нашел клад. Да, точно. Запомни, у тебя в Италии есть друг. Спасибо. Андрей, 2 друга. Спасибо. 3, Андрей. Если кого надо убить, напиши, приеду. Вряд ли мне это понадобится. Пардон. Что за чудеса? Как поживаете? Поздравляю. До свидания. До свидания. До свидания, капитан. Майор. Ах, вот. Счастливый, сеньор капитан. До свидания. Майор болван. Майор болван. Так тебе и надо, бандит. Помолчи ты. Идемте, идемте. Неужели вы не понимаете? Майору надо проститься с Ольгой. 8 дев, да жена, 9 женщин в доме. Вернусь в Рим, отбивную сделаю, научится рожать. Будь здоров, Андрей! Привет, Андрей!
Стой! Молчи, слушай. Что ты все голоп да голоп? Танец утопленец давай. Танец. От пятой цифры четвертый такт. Бутерброд спрячьте. Мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачьте по мне. Что у вас интересненького? Денежно-вещевая, ДОСАФ, международная, спортивная. Давайте, ну, пожалуйста. 30 копеек. Оттяните. Вообще-то я не везучий. Да. А может, попросить кого-нибудь? А вот попросить товарища, он, по-моему, счастливый. Вот этот? Лучше я сам. Ну, давай его в последний раз мотанем и... Интересно. Он был... гвардейцем статным, по всем статьям герой. Она была принцессой знатной, их встреча стала роковой. Ну что, отец, невесты в вашем городе есть? Кому и кобыла невеста? Только вы, дорогой товарищ из Парижа, плюньте на все на этом. Как плюнуть? Как же вам плюнуть-то? Слюной. Новая партия старушек? Так может, вы святой отец партийный? Свободная профессия. Собственное мясо хладобойня на артельных началах в Самаре. Тебе же сказали завтра. Значит, завтра. Сам дурак! Ой! Почем опиум для народа? Минуточку. Это наш друг. Сам дурак! Это гигант мысли, отец русской демократии и особо приближенная к императору. Наших в городе много. Как же не обижали? Он пришел обиженный. Согласен, но со мной еще мальчик, ассистент. Ну что ж, мальчишка у меня шустрый, привык к спартанской обстановке. Кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень. Киса, я давно хотел вас спросить... Как художник, художника, вы рисовать умеете? Отдай колбасу, дурак! Вернись, я все прощу! И дикий же народ. Да. Дети гор. И завтра на конспиративной квартире нас ждет засада. Придется отстреливаться. Мы рады в этой тревожной обстановке встретить именно вас. Они надеются нас взять живьем. Ха, дети. Они не знают, что теперь нас трое. Я дам вам парабеллум.
мы будем отходить в горы. 500 рублей могут спасти гиганта мысли. Я полагаю, что торг здесь неуместен. Ровно в полночь. Что в полночь? Приходите к амбару, не пожалеете. Мне ухаживать некогда. В полночь жду. Как вы смеете? Смею, дорогая моя. Смею. Вы сумасшедший? Напротив. Я так нормален, что даже сам удивляюсь. Вы негодяй. Да. А кто нынче хорош? Ну как, придете? И не подумаю. А еще пожалуюсь мужу, и он превратит вас в крысу. А кто у нас муж? Волшебник. Предупреждать надо. Певцы-то намекают. На Бонапарта намекают, что вместе с ним против нас шли. Вот, прошу. Благодарю вас. Вы свободны. Деньги получите завтра. Что нового от Дзержинского? Пока ничего. Растворился. Куда, скажите мне, мужчине, бежать от нервных передряг? Ступай ловить ершей к плотине и заходи потом в кабак. Пускай от рук отбились дети, скрипит сварливая жена. А на рыбалке солнце светит, и тишина, и тишина. К чертям проценты, банки, суды, газеты, тресты, короли. Когда по слухам у запруды вот такие вот ходят караси. В тьму таракани, где-то войны, у Тори с Ригами война. А на рыбалке все спокойно, и тишина, и тишина. А мне что? Пускай политики в запале зовут весь мир пустить на слом, а рыболов ко всем лоялен и на реке, и за столом. Его улов хорош на диво, душа спокойствия полна. Две-три сосиски, кружка, пиво. О, и тишина, и тишина, и тишина. Почему влюбленные смотрят на звезды? Почему их так привлекает небо? И оно распахивается перед ними, как двери в бесконечный незнакомый мир. Почему нам с детства снится чувство полета, а к старости нам снится, что мы падаем вниз, стремительно падаем? Почему во сне мы разговариваем на языках, нам неизвестных, совершенно свободно? Почему мы явственно видим удивительные ландшафты и строения, знакомые нам, но которых мы никогда не видели прежде? Почему? А чувства яркие, горячие, прекрасные, которые мы забываем днем. Вам случалось узнавать людей, которых вы никогда не видели прежде? Узнавать как давних знакомых, по движению, по запаху. А слова, обращенные к нам, которых никто не сказал. Откуда они? Они у нас в крови. Если бы всего этого не было, но за одну эту маленькую жизнь мы рождаемся и умираем десятки раз за многих других людей. Скажите, что это? И что же вы предлагаете? Я в вашу голову верю, Глеб Витальевич. Благодарю вас, ваше существо. Я тоже. А предлагаю я следующее. Я предлагаю
железные дороги и полустанки России превратить в новую Вандею. О, полустанки далеко. Что проку в них? На Дальнем Востоке и японцы сидят, и американцы. Ну, и каков резон? В России все белокаменное определяет. Кто в ней, тот и победитель. Главное, наша хвороба, ваше высочество, простите меня за правду, в том, что подданных слушать не умели. Рожденно полагая, что сверху все видней, а Москву саблей не возьмешь. Ее надо бы голодом задушить. Голодом. А в Сибири весь хлеб и вся надежда. И коли Дзержинский этот чертов хлеб вывезет, нам с вами крах. А коли не сможет переправить хлеб в Москву и в Поволжье, мы вернемся. А может быть, то, что нам кажется важным, это не важно. А то, что нам кажется второстепенным, главное и есть. Вот я раньше думал, что вот эти слова «мементо мори», то есть «помни о смерти», что это страшно, что это мрачно. Это весело, это замечательно. Это значит, умей радоваться жизни. Умей забывать плохое и помнить хорошее. Но не может быть, что у вас в жизни не было ничего хорошего. Так не бывает. А когда зарю сыграли, бабы слезы утирали. Где ты была все дни, всю жизнь мою? Ах, Марта, работы будет много! А что это будет? Сейчас увидишь. Что, хочешь, чтобы мы разбились вдвоем? Ну, хорошо, я тебя не брошу. Полетим вдвоем. Итак, мадамес, для начала... Пока кадриль не зазвучала, прошу вас оказать мне честь и выслушать, каков я есть. Мы 19 века, трудолюбивые сыны, для процветания человека мы дружно действовать должны. Но вот соблазн цивилизации обогатиться, нализаться и, не заботясь о душе, стремиться сунуть ампоше. Я не таков, я бескорыстен, поклонник я научных истин, и все, кому не чушь прогресс, мой вызывают интерес. Я друг исканий и дерзаний, писаний, званий и дознаний, и в случае чего бы мог,
кое-где поставить экивок в своих стремлениях многотруд. Прогрессу я ужасный друг. Какие выводы и мысли, за ними я всегда слежу. Я не служу в буквальном смысле, зато в широком я служу. Любимый баловень прогресса, я патриот и либерал одновременно. И профессор, и сочинитель, и асессор, а кое в чем и генерал. Я в этой добровольной свите в какой-то мере наставитель образования и ума, в какой-то мере воспитатель, в какой-то мод законодатель и где-то компоне-муа. А впрочем, каждому известно, что здесь давно уж мне не место. И сквозь магический хрусталь я вижу сказочную даль. Средь всей губернской атмосферы зовут меня иные сферы, средь провинциальных лиц, среди аборигенов местных я только временный наместник, посол блистательных столиц. Я только временный наместник, посол блистательных столиц. Как жаль, поверь мне, что ты забыл и это время, и то, каким ты был. Я спою «Прощай», но я ни за что не отвечаю. И вот спел «Пока». И весь зал встал и пел «Пока». И потом, когда выходили на улицу, то уже да, там на кричала, площади Маяковского. Уже на площади Маяковского кричала «Пока», как сумасшедший. Да. И потом во всех вагонах, когда ехали, куда мы ехали, всюду было «Пока». И мне этот человек вот из реперткома, очень такой милый был, он сказал, говорит, вы победили. Я сам дома пою «Пока». Всех этих людей я знаю с раннего детства. Сегодня они собрались здесь, на квартире Леонида Щеутесова. Живая история, живая легенда, мастера советской эстрады. Но вы знаете, они для меня не легенда. Они для меня история, конечно, но не легенда. Я их помню очень молодыми, очень веселыми. Боюсь, что даже веселее, чем мы сейчас. Как-то они были чрезвычайно жизнерадостные люди. Всегда. О, не тратьте жизнь впустую, по ничтожным мелочам. Люди любят и тоскуют, смотрят в небо по ночам, не позволяя себе сгореть в делах ненастоящих. Чтобы душою не стареть, смотри на звезды чаще. Чтобы душою не стареть, смотри на звезды чаще. Чтобы силы зря не тратить и себе не изменять, надо знать, чего же ради, для чего живешь
понять, не позволяй себе гореть мечтой ненастоящей, чтобы душою не стареть, смотри на звезды чаще. Чуть помедли, объяснимся, дай догнать и удержать. От любви тебе не скрыться, от себя не убежать. Дорога вдаль, как жизнь длинна, куда б ты не умчался. Но вот любовь зовет она, и есть возможность счастья. Но вот любовь зовет она, и есть возможность счастья. Не исчезни вдруг бесследно, не растаивай вдали, не беги на край вселенной, не кружись вокруг земли. Дорога вдаль, как жизнь длинна, куда б ты не умчался. Но вот любовь зовет она, и есть возможность счастья. Так. Вот так. Нет. Вот сюда. Меня видеть, я знаю. Имеешь право. Но выслушай меня. Мы больше никогда не увидимся. И когда начнешь поливать грязью Хельсинки? Завтра? Или все-таки подождешь немного? Можешь оскорблять меня, даже ударить. Я все стерплю. Скажите, какой Иисус Христос? Но почему ты не хочешь спросить меня ни о чем? Знаю, пройдет пора ненасть. Знаю. Опять вернется счастье, станет вдаль ясна, и в мир опять придет весна. Вскоре знаю, опять заблещут зори нас, любовь найдет, она придет, она придет. Грустить не надо, пройдет пора разлуки, вновь с тобой друг друга мы найдем. И станет день опять беспрежен, и станет взор опять, как прежде нежен. Грустить не надо, пройдет пора разлуки, вновь с тобой друг друга мы найдем. Нас ждет награда, опять в родной вернемся дом. И станет день опять беспрежен, и станет взор опять, как прежде нежен. Грустить не надо, пройдет пора разлуки, вновь с тобой друг друга мы найдем. Отныне теперь наконец-то, сейчас и в любую погоду, вот здесь, а затем повсеместно, все будем мы жить по-другому. Синего, 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 от тебя мы без ума. Ох,
наконец-то. Сейчас и в любую погоду, вот здесь, а затем повсеместно, все будем мы жить по-другому, на благо всей земли, как мы давно мечтали, но так и не смогли. Сенеки встали на тропу войны, а французский король приобрел еще одного союзника. Вы гений дипломатии, месье. К сожалению, здесь не я один. Мы мешаем правду с ложью, а дикари хлебают это варево. Впрочем, это все скучная проза жизни, а настоящая поэзия вокруг нас –